Петпросвет 2021. Петпросвет сюда позвал, мы перемещались на Урал. В этом мире без просвета нельзя. Друг другу смотрим мы в глаза, сколько хочется сказать, конференция сейчас нам нужна. Виртуальный наш союз встречал. Мы поняли, что стримим эти горы, обогащая свой потенциал. Прошла почти что целая неделя больших открытий, творческих побед. И видим мы не свет в конце туннеля, а наш педагогический просвет.